Наконец, ты привел меня на твой чертов мостик. У него есть и другое название. Мостик свиданий. Правда, что с него бросился юнкер из-за несчастной любви? Не бросился, а сорвался. Потому как перед дамой сердце учинял стойку на перилах. С тех пор моим невинным мостиком мамаша пугает девиц-гимназисток. Может, сударыня желает, чтобы конструктор сам? Ой, что ты? Жень. Свободной России! Да, граждане! Да, свободной! Наконец-то! Наконец-то каждый сторонник демократии может получить свой глоток свободы! И потому мы приветствуем февральскую революцию в Петрограде! В войне с немцами временное правительство принесет всем нам долгожданную победу! Итак, война до победного конца! Граждане! Гражданин Патон не желает послушать голос освободившегося народа? Это узкий-то голос. Каждый сознательный гражданин может теперь... Извините, я тороплюсь. Прикажете понимать так... Что вы против временного правительства? Февральскую, а еще в большей степени Октябрьскую революцию, я встретил растерянно. Мне казалось, теперь неизбежно наступит хаос, полный развал, и в нем окончательно погибнет Россия. Ты работаешь? Нет, не могу. Вот уже битый час пытаюсь сжечь рукопись. Только не выходит. Разборные мосты с деревянными фермами, система ГАУ. Кому нужен мой труд? Кому нужен мой труд в этой сумасшедшей стране? Хаос неизбежен. Хаос и распад неизбежны. Но ведь кто-то когда-то будет отстраивать разрушенные мосты, Женя. Что разрушенные мосты, когда рушится все? Может, даже гибнет Россия. Дай мне скорее. Вот посмотрим. А, как... Ну-ка, возьми скорее, да. Ну-ка, посмотрим, какая чудо. А какая хорошая, Володя. Володя! Ты где пропадал? А гулял. Бурем голою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. То, как путник запоздал, и к нам в окошко застучит. То по кровле обиджал.
то покровля обветшал, и вдруг соломой зашуршит. Выпьем, бедная старушка, выпьем вскоре. Где же кружка? Сердце будет висеть. Вот такое. Представляешь, на Софийской площади приключения. Демонстрация лавиной. Шум, гам, да? Все кричат и все разом. А я стою как зулус. Слова на лозунгах все знакомые. А я читаю, ничего не понимаю. Войну дало, ну хорошо, а как с немцем быть? Власть просит каким-то советом. Советом? А что это такое? Это такое депутатство из мастеровых и нижних чинов, октябристы, трудовики. Птички какие маленькие. Я стою и думаю. А вот он упал. Это ведь каждый, представляешь, каждый из них со своей правдой. Разве может быть столько правд, сколько людей? Бедная Россия. Ну, какая маленькая. Давай, возьми водю. Потом еще были большевики и меньшевики. Потом еще какой-то национальный украинский сейм, национализации предприятий и вообще всего. А главное, лишь бы у нас молоко не пропало. Слыхали, господин Патон? Благодаря Всевышнему нашлась сильная рука. Генерал Корнилов поклялся урезонить товарищей Крикунов. Корнилов? Каким же это образом? Хотя бы и немцев через фронт запустить. И в нашем, в Киевском округе, нашлись силы. Генерал Облешев. Молодцы, додумались. Охраняться штыком врага – стыд и срам. Разрешите. Буденька маленький. А где наша дудочка? Где дудочка? На вокзале стреляны нагнали с солдатами и гайдамаками. Маленький. А гайдамаки кричать. Геть з нашої України, всі, хто не нашої нації. А на сіному, то ви знаєте, прямо одного з більшовиків так шаблюками порубали страшно. О, Господи, який ужас какой. А я думаю, дай забіжу у нашого Одю. Золоту дитинку провідаю, заодно й викупаю, там в університетах ваших не вчать, що дитини треба в любистку купати. Холодная, по-моему, да? Такая надо добавить дудочка. Горячие. Маленькая такая дудочка. А? Да? Не, холодненькую трешку треба. А, давайте. Что, Иван Схарович дома? Дома, теперь всегда дома. В институте ведь занятий нет. Вот уж, миленький. Еще давайте. Ну, как вы тут справляетесь без меня? Ну, вот Оля, Викторовна, к нам перебралась. Иногда прачку находим, а иногда нет. А вы знаете, Карповна, Евгений Оскарович вас часто вспоминает. Мы с Наташей кулинарки никуда не шли. Давай, давай, тепленькую водочку. Давай, давай, давай. Вот так будет. Оденька. Хорошая водичка какая, да? Нравится Оденьке. Ой, педрись, я просто, слава богу. Ця травичка від голови. О, заваримо. Понюхайте, Оля Вікторовна.
А там положи. А це мочок. Свечаный вам обещала. Спасибо. А вот це подивите, что принесла для Оди. Золотой. О! Дитинки золотой нашей, как маме смысла. Так вы говорите, в городе советская власть? Так. И когда они уже все утихомирятся? Не, не кажите. Те петлюры, бандюги. Всех рабочих с арсенала постреляли. И на дворе положили их, как каких-нибудь нехристов. А советская власть их похоронила в затрудовый народ. Где похоронила? Коло царского дворца. Там прапорів понаносили. Там на хоругва что-то понаписывано. Рабочих похоронили возле царского дворца? Так. А начальник их самый заглавный. Сильно красиво так сказал. Каже, спіть, каже, браття. Бій, каже, тим гадам буде за цих останніх ваших окопів. Простите. Добро здоров'я, Іван Скарович. Ой, засиділась я. Піду вже. До побачення. До свидания, Карповна. Ты знаешь, Наташа, я ни разу в жизни не беседовал ни с одним большевиком. Пожалуй, схожу. Поговорю об одном деле. И все пособники. Петро, скажи, куда вы вон перейдете? Белогвардейской сволочи. Да. Ну, на шулявку, на шулявку. Я же сказал, что на шулявку. Да, все. Белогвардейской сволочи. Товарищ комиссар, пулемет куда? К окну вставить. Будут привлекаться. Будут привлекаться. Товарищ комиссар, да. Вот к вам какой-то господин непонятный. Ты свободен, товарищ. Есть. А я повторяю. Куража в городе на 2 дня. Муки на 10. Да какая к черту мировая революция, в городе детей кормить нечем. Умереть всем, а эшелон хлеба в город оставить, все. Привлекаться к суровой революционной ответственности. Слушаю вас. Я профессор кафедры мостов Патон. Подготовил пособие по восстановлению разрушенных мостов. Хотел предложить к изданию. Но, как вижу, не ко времени. Для всех типов мостов? И балочных, и консольных? А вы разбираетесь в этом? Учился когда-то в институте путей в Питере. А с 3-го курса вычистили, как большевика по этапу. Извините. Я вот что подумал, профессор. На реках много плавающих мин. Придумать бы что-нибудь пооригинальнее для защиты мостовых опор. Да-да. Я подумаю. Подумаю. Разрешение я вам дам. А вот напечатать... Средств нет, бумаги нет. Хлебом сами слышали. Реальность есть реальность. Ольга Викторовна! Ольга Викторовна! Ой, Наталья Викторовна! Пустите, ради бога! Там внизу человека убили. Слышу, стучат. Открываю, а там под дверью человек лежит. Представляете, и кровь. Кровь прямо под дверь течет. Боже. А двое петлюровцев спрашивают. Вы его знаете? Нет, говорю. Не знаю. Тогда не вмешивайтесь, ступайте отсюда, мадам. А сами его сапогами. Сапогами его. Потом за ноги по ступенькам.
головой вниз по ступенькам. Ужас, боже мой. Что же это? Что же это с людьми-то делается, а? Я все слышал. Господи, что же будет? Может, уедем куда-нибудь? Нет. Сейчас в России нигде не спрячешься. Страшно. Как в склепе. Отныне все, что не происходит там, за шторами, нас не касается. Я работаю. И все. Подшить вот это. Поздравляю, мама. В Киеве опять новая власть. Немцы. Я же говорила, надо было уехать. Ну что ты, нынче мой дрезденский акцент самый надежный, реноме. Ну, но конечно. Город, город. Он живет какой-то странной, неестественной жизнью. Кого только в Киеве нет. Вот уже и газетка появилась. Свободные вести. Открывается театр «Лиловый негр». Клуб «Прах» – очень символичное название. На базаре капли молока не удалось раздобыть. Чем кормить ребенка? Говорят, что немцы выметают все подчистую. Хлеб, скот, даже домашний скарб. А взамен выдают издевательские расписки. Выдать русской свинье, закупленную у нее свинью, 25 марок. Белые, красные, зеленые, жовто-блакитные. Когда же кончится эта вселенская чехарда? Нет, лучше родиться дальтоником или слепым. Я протестую. Что, хлопцы? Я буду жаловаться. Чего вы, хлопцы? Зачем вы? Я буду жаловаться вашему командованию. Разбираемся. Бережите Наталью Викторовну. Из Евдокию Карповну. И с вами, профессора. Прощайте, добродию. Как же Наташа? Евгений Оскарович. Почему-то арестовали Карповну. Бред. Извините, Евгений Оскарович, а где ваши бумаги о дворянстве? В чем дело, Ольга Викторовна? Ну, то есть как? Дед сенатор империи, отец лейб-гвардии полковник. Я никогда не интересовался родовыми бумагами. Оставьте. С акушеркой что-нибудь придумаем. Не волнуйся. Напрасно. И в конце концов... По-моему, это ты волнуешься, Женечка. Не волнуйся. Со мной все хорошо. Thank you.
Добрый день. Пан профессор дома? Дома. Дозвольте. Я узнаю. Дозвольте, дозвольте. Евгений Оскарович, я занят, занят, я работаю. Маю приемные повноважения від нового национального уряду. А директории, которую поддерживает дружественная нам Антанта. Короче. Пригласить вас на банкет? Имеем честь встретить из Парижа крупное лицо в области железных дорог. Панове министры вспомнили, что вы родились во Франции. Предложение принять не могу. Отказ ваш там. Там все прекрасно понимали, когда дарили французам южные железные дороги. Но французы помогают нам в борьбе с большевиками за... Нет, 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 с этим не хочу иметь ничего общего. Сын, поздравляю. Можно мне туда зайти? Нет, нет, пока нельзя. Но все благополучно, все хорошо. Больше всего меня тревожило, как акушерку провести через патрули, если схватки начнутся ночью. Облегчение, облегчение. Появился на свет Божий днем. Молодец, молодец. Поздравляю. Поздравляю. Так, как передать? Так и передайте. Ничего общего. Больше не задерживаем. Представляете новость? Красный открывает занятия в институте. Что у нас сегодня на обед? Как всегда, пшённый суп с воблой. Я утром была на базаре. Говорят, на Подоле открывают вечернюю школу для взрослых. И у нас здесь на Шулявке тоже. Да, голод, руины, а они вдруг ликвидация неграмотности. Но с другой стороны, какая власть думала о народном образовании? Но начинает они с того, что завели для студентов ревбюро. Учиться надо, учиться, а не митинговать. Но ты сам говорил, они дрова привезли, и потом эти твои профессорские пайки. Как бы мы без них зимовали, да? Конечно. Не надо было до этого допускать. Вот с моего паркового мостика деревянный настил на дрова расточили, растащили. О, выясни теперь, кто до чего допустил. Спекулянты титанил. Голодают даже в больницах. Говорят, Киев обложили банды батьки Зеленого, останавливают все хлебные поезда и грабят. А мне вчера один господин в институте заявил, мало того, что они вас, пардон, нищим пролетарием сделали. Так они еще на ваш капитал в банке лапы наложили. Да, кстати, что с нашими сбережениями? Считай, мама, что их нет. Нет и не было. Тому господину я так и ответил. Мой капитал вот здесь. И не так-то просто на него лапу наложить. Извините великодушно, здесь сидел другой гражданин. Какой другой? А вы кто такой? Я профессор кафедры мостов Патон. Хочу издать книжку. Ваш предшественник выдал мне разрешение на издание пособия по восстановлению разрушенных мостов. Вы что, гражданин хороший, с грушей свалились? Какие книжечки, бумажечки, когда зеленую дорогу перепаскудили, и Деникин наступает? Я, собственно, хотел узнать, где тот гражданин?
Где, где? Твой, наверное, сынок золотопогонник, комиссар и кокнул. Графья чертовы. Вам бы я своей рукописи не доверил. Прощайте. Третий день отступают. Может, белополяки последние, что нам послал Бог? Да хоть бы тихо ушли. А знаешь, Наташа, на базаре говорили, мост могут взорвать. Мост? Господи. А поди ж ты разбери. Одни приходят, помещичью землю раздают, другие забирают. Третий землей рот набивают, прежде чем пулю в затылок. Знаешь, сколько он простоял? 61. Цепные звенья из Англии пароходами доставляли в Одессу. А потом на валах. На валах. На валах тащили в Киев. И вот теперь за один час какой-то. Женя. Варвары! Варвары! Женя! Ведь не восстановишь. Нужны деньги, металл, заводы. Где это взять? Где? Народ в обмотках, в лаптях, война! Женечка, не надо. Не надо. Не могу себе даже вообразить, что сейчас, невдалеке отсюда, мост умирает. Умирает и погружается навсегда в Днепровские воды. С всевузовским мандатом городского совета я прибыл сюда приветствовать вас. В честь начала работы крепости Освиты Киевского политехнического института. Прошлый 1919-20 учебный год белогвардейская сволочь вместе с белополяками перекапустила как только смогла. Вот. Власть рабочих и крестьян требует. Ну, тихо, тихо, вот именно требует. Революционный темп выпуску старших курсов. Ну, о каких темпах может идти речь, когда голод и холод?
Знаем, товарищ! Рабочему на заводе легче. А красноармейцу в окопах легче. А на перекопе легче! Посмотрите, враги революции городскую электростанцию динамитом разделали, как бог черепаху. Вот вам и темпы, товарищи. Тем паче, что в таком разоре хозяйство наше задыхается без инженеров. Контры они, браток, с белогвардейцами не успели драпануть, уже саботируют. Свисти мало толку, товарищи. Вот я сейчас назову вам старых профессоров, которые продолжают чин-чином работать. Стражеско, Вачал, Ермаков, Сила. И у вас такие имеются. К примеру, профессор Потом, который мостовиков учит. А мосты нам вот так нужны, потому как враги революции... Товарищи! Товарищи! Наша конница взяла Керчь! Южфронт ликвидирован! Барону Врангелю полный каплык, товарищи! Ура! Все, конец! Наша взяла! Нет, братцы, конец гражданской войне! Все, все будет, конец! Простите, вы профессор Потун? Так мы на вас в КПИ надеемся. Я никому и никогда не позволял решать за себя. Нет, простите, профессор. Мне 50, а в этом возрасте не меняет убеждения. Поймите, профессор, конец гражданской войне, конец разору. Народ победил, народу грамота нужна. Но кто ж ему ее даст, грамоту, кроме вас, ученых людей? Вы свой пыл лучше бы потратили на то, чтобы объяснить вот этому... Простите, не запоминая новых должностных наименований. Приказал все ограды вокруг института снести для усиления чувства коллективизма науки с пролетарскими массами шуляв. Оградоборец. Извините, я душой кривить не привык. Начинания новой власти считаю нежизненными. Значит, столкнулись один раз с дуроплясом и думаете, все. А дураков их ведь при всякой власти хватало. Всего доброго. А учеников довести до ума? Здесь, как я понимаю, все записавшиеся на семинар по цепному мосту. Да, точно! Прекрасно. Андрей Петрович, я попрошу вас помочь мне. Итак, Николаевский цепной мост. Таким он был до взрыва белополяками. Единственный и неповторимый плод откровений профессора Чарльза Виньоля. Эскизный проект восстановления я составил в том же году. Я предполагал использовать цепи, поднятые из реки металл. Но тогда в условиях войны и разрухи сама идея восстановить мост многим показалась бредом. Но вот нынче я предлагаю вам, уважаемые, в качестве дипломных тем, варианты восстановления цепного. Я предлагаю вам реальное проектирование, а не учебные упражнения. Согласны? Да, точно! Прекрасно. Только я попрошу вас больше не тактичничать. Вы не новобранцы, а я не фельдфебель. Во-первых, мне и самому не все ясно. А во-вторых, вы будущие инженеры, а не китайские болванчики. И я жду от вас самостоятельных решений. Что это? Там написано. Проект накатки мостового полотна посредством наклонной тяги. И от чего же оно, это самое полотно? Цепной мост, знаете? Ага, ага. А мостик-то у вас с крышей и с окошечками? Да. Бумаги нет. Я разрешил студентам использовать для работы обратные стороны дореволюционных проектов.
Бумаги, значит, советская власть не дала. А изнанка-то царская? Что это? Не вижу. Вот это что? Институтский штемпель. То, что вы, господин Патон, называете штемпелем, есть вензель свернутого царского самодержца, свернутой революцией. Брысь отсюда. Вы что, студент Галузинский, холодный, при коптилке, а вы... Брысь отсюда, сапог нечищенный. Извините. Ай-я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 й. Светило мостостроение, дворянина, заставить Патон в навозе копаться. Что они с вами сделали, Патон? Что? Я слышал, у вас нелады с новым начальством. Я не расслышал, с кем у меня нелады? Я знаю, знаю, вы меня недолюбливаете. Не знаю, правда, за что. Но есть обстоятельства. В конце концов, мы с вами одного происхождения. Однокашники по его императорского величества институту в Петербурге, господин Патон. Вас не шокирует, что я к вам так обращаюсь? Нет, нет. Обращайтесь, как вам заблагорассудится. Но лучше сразу скажите, что вам от меня надо? Одно маленькое, да. Меня уполномочили весьма влиятельные наши коллеги там. Ну, вы понимаете. Пока нет. Возвращайтесь к истинным патриотам, пока не поздно, Патон. За границей вам обеспечены деньги, кафедра. А здесь? Что здесь? Товарищи, господа, господа, товарищи радуются, что купили таких специалистов, как вы, за морковный чай, а сами только и ждут, пока такие мавры, как вы, сделают свое дело для них. А там, дай бог, если будет один на все четыре стороны, а не в ЧК. Здесь вы правы. Да. Мавр действительно сделал свое дело и отправляется к студентам на семинар. А вы оставайтесь здесь, на огороде. Ворон отпугивать. Очень полезное занятие. Дядя, а вы правда ворон не боитесь? В жизни не поверишь, Семен, что я сегодня видел. Ну? Контрпроект моста. Против нас готовят. Ты что? Да. Потом почти год с нами на свой страх и риск работает, а те прослышали и себе. Тихой сапой. Вот гидры. А ты знаешь, как гражданскую войну с такими расправлялись? За хребетниками. Это не гражданская, привыкай. Меня другое волнует. Они хотят проучить Патона, чтобы не высовывался. Что же они там надумали? Ну что, общую идею у нас слямзили, да и все. Ты ребятам не рассказывай, а то заскулят. Да нет. Ну а Патон знает? Он сам ничего не говорил об этом, зная только, что который год по всем кабинетам пороги оббивает. Тс, профессор. Ну, что вы тут наработали? А у меня, увы, опять неудача. Мне позвонили и сообщили довольно-таки бодрым голосом, что на Волге фермы из воды поднять не удалось. А ведь там жесткая конструкция. Ее можно поднять как одно целое. Вот, 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 вот. А в цепном после взрыва все криво-косо. Серьезный аргумент. Но ведь по проекту все получается. По проекту получается, получается. Механизмы где достать для подъема? Эскиз дайте. Подъем резко под водой. Все это кустарщина, кустарщина. На потопная артель. Новый металл на цепи.
Сейчас это вообще из области фантазии. Но ведь они тоже предлагают поднять со дна старый металл. Кто они? Ну? Договаривайте. Договаривайте, я жду. В общем, Евгений Оскарович, я сегодня случайно видел новый проект восстановления цепного. То есть, сделанный противовес нашему. Контрпроект. Вы знали об этом? Знал. В общих чертах, без деталей, но знал. Значит, контрпроект. Они так и назвали контрпроект? Но у них хуже. Облегченные технические условия. В общем, хуже. Слабое утешение, Андрей Петрович, слабое. Прошу всех подумать о самом принципе. Цепи подорваны в одном месте, а разрушение грандиозное. 4 пролета, практически весь мост. Так получается, что... Вот и получается, милый мой, чем больше я изучаю цепной, тем меньше у меня уверенности в его непогрешимости. Безусловно, в архитектурном смысле цепной Виньоля сама красота и гармония. Но время, время, все неумолимо движется вперед. И все стареет не только мы с вами. Давайте так, уважаемые. На сегодня все свободны. В библиотеку, может, сходим? Да. Пошли. Кто в столовой? Мы уже договорились. Алло. Товарищ Патон, завтра вас приглашает начальник УКУМТА, товарищ Ирвина. Вы слышите меня? Слышите? Да-да, здесь трещит что-то в аппарате. Начальник чего? УКРУМТА. Это что ж такое? Это такая организация в столице, в Харькове. Ведает шоссейными дорогами и мостами. Товарищ Ирвина прибыл в Киев с полномочиями правительства. Завтра ждет вас. Хорошо, хорошо. Извините. Спасибо. А я с утра до вечера голову себе ломаю, прошу вас, профессор, как старого спеца из цепной веры перековать в новую. А у вас уже проект на мази. Вот что, профессор, я долго интриговать вас не буду. Правительство в Харькове такого же мнения. Поздравляю. Спасибо. Нужен новый мост. Нужен. Что, и решение о строительстве уже есть? Есть. Только вот одна у нас с вами заковыка, профессор, получается. Металл. Что металл? В стране нет металла. Одна единственная домна работает в Енакиево. Из воздуха строить не обучен. Героизма можно побеждать, но строить-то надо. Металла нет, а деньги есть? А деньги ведь нужны и немалые. Балки, угольники, дутаур. Может, слыхали, во время войны на Днепре было 7 стратегических мостов. С остальными пролетами? Угу. Мой, извините, проект. Так это описание вашего материала. Подрядчик Виткевич составил, когда мосты разбирал. Ай-яй-яй, когда это было?
Было, как говорится, да сплыло. Нет, купец молодец, в Днепровских песках все позакапывал. Вчера мы его разыскали. Непман найдет. Если память мне не изменяет, мостов крупных и постоянных из готового материала еще никто и никогда не ставил. С днем рождения! Спасибо, спасибо. Оглушили совсем. Спасибо. А теперь к делу. В прошлый раз мы... А подарок? Вместо именинного пирога сюрприз! Впечатляет. Впечатляет. Благодарствую. И когда же успели? Потихоньку чертежи копировали. А у Семена отец краснодеревщик. Граф, я мебель делал. Понятно. А я сегодня, к сожалению, уже получил подарок. Тоже сюрприз. НКПС считает рискованным строить мост из готового материала. Поскольку обеспечить металлом не представляется возможным, отказать. Я знаю. Вы хотите восстанавливать мост через Днепр из имеющейся у вас металлоконструкции. Да, да. Ну, а балок у вас хватает? Балла хватает. Хватает с избытком. Так какого ж черта они к вам прицепились в этом наркомате? Ну, чего хотят от вас эти профессора-академики? Во-первых, мой вариант восстановления для них непривычен. А во-вторых, они поддерживали и поддерживают общую, на мой взгляд, весьма порочную идею восстанавливать мост в прежнем виде. Значит, на бумаге красиво, а на деле пшик. Ну, вот и вы уже кое-что начинаете понимать. А нам, большевикам, дорогой Евгений Оскарович, все приходится понимать. Вот и учимся помаленьку. Так сколько длится эта ваша канитель с проектом? 10 месяцев. И потом они мне намекнули, что проект составлен буржуазным спецом. Но это типичное проявление совбюрократии, комчеванства. Дорогой профессор, хочу вам сказать, вчера состоялось заседание губкома партии губисполкома, где было принято решение о создании новой организации «Строймост», которая будет заниматься непосредственно восстановлением моста по вашему проекту. Так что к работе приступать немедленно. Хорошо, хорошо. Признаюсь, не ожидал найти союзников в таком важном учреждении. А вот мы ожидали. Помните, при нашей первой встрече в КПИ я вам сказал, что мы на вас надеемся. Я очень рад, что мы не ошиблись, Евгений Оскарович. И еще, у меня к вам есть личная просьба. Понимаете, у вас там в проекте эти ваши балки выглядят как-то скучновато. Нельзя ли что-нибудь придумать, ну, повеселее, чтобы мост радовал глаз? Народ наш заслужил красоту. Знаешь, куда я ходил, Наташа? К самым главным большевикам. В губком. Они это называют ходить в губком. Что-нибудь случилось? Ничего особенного. Просто там я разговаривал с очень славным человеком. Очень славным человеком. Он всецело поддержал мой проект восстановления Цепного. И мне показалось, что через час мы стали старыми знакомыми. Может быть, ты уже и в большевики записался? Как раз наоборот, он в мостовики. Я чувствую себя, как перед пасхальным столом после Великого Поста. Сколько лет в заперти просидели, и вот сейчас работа, 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 самая великая в жизни. Здравствуйте, уважаемые. Начальник «Строймоста» у себя? Да.
Доложите, профессор Патон. Проходите, пожалуйста, вас ждут. $25. То есть 100 тысяч целковых. 100 тысяч. Куда хватили, профессор? Таких денег мне республика в карман не положила. Возможности-то у нас пролетарские. Ну и какие же у вас эти самые возможности? По минимуму. 75 тысяч. И ни копейки больше. Но вы-то понимаете, что это перестройка проекта. Это ж по существу новый проект. Это шел к вам с надеждой, а тут проруха. У вас что, есть другие предложения? Значит, договорились. Теперь самый главный вопрос. Кому же поручить изготовление проектных изделий? В Екатеринославе мостовому заводу. Двух мнений быть не может. Да, но вози туда балки, потом обратно. В Екатеринославе это опыт, качество и, стало быть, и надежность. В губкоме есть такое мнение поручить этот заказ киевским заводам. Но киевские заводы никогда такие мосты не строили. В Киеве безработица. Я как посмотрю на эту вря-лошадь. Что это? Временно исполняющие обязанности лошади. Безработный. Я, конечно, понимаю, но, к сожалению, ничего не выйдет. Ну, спросите у заводов, они вам скажут. Ну, уже сказали. Киевский мост должен родиться в Киеве. Это мнение рабочих инженеров. Для них это не просто очередной заказ. Идея благородна, патриотична, но технически более чем рискованно. И все же, профессор, я думаю, что этот заказ должны делать киевские заводы. А кто будет отвечать за надежность? Губком с губисполкомом или автор проекта? Вам по должности следовало бы знать, как называются в технике мосты. Ответственные сооружения. Начало строительства. Ура! 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 Есть предложение. В лето года 24-го начать на каникулы. Рабочие чертежи дорабатывать надо. По домам. По домам. Андрей Петрович, а вы останетесь. До свидания. До свидания. Всего доброго. Да, конечно, ошибок у ребят многовато, вам за них отвечать. Ошибки-то я по ночам сам дорабатываю. Вы уходите, а я дорабатываю. Прошу вас. Спасибо. Вы на Южно-Русский завод направление взяли? Да, я уже там 2 месяца работаю инженером. Только он сейчас не Южно-Русский, а Ленинская кузница. В память о Владимире Ильиче Ленине. Угу. Ну и как завод ваш работает нынче по новым-то временам? Вот если, например, вам дадут заказ на изготовление ферм нашего моста. Справитесь? Думаю, справимся. Ну что, это неверно, это неверно. И по технике безопасности неверно все сделано. Мне народ кормить нечем. Не тянуться строить еще вам говорю. Вот что говорю. Тихо, товарищ, тихо. И мост не выйдет, я вам говорю. Да, слушаю. Понятно. Товарищи, на Новодницком мосту большие разрушения. Снесен пролет. Таким образом, правый и левый берег остались без связи. Какие будут предложения конкретно? Я уж говорил. Потом берется в несколько суток построить кладки для пешеходов. Ну а пролет снесенный. Посоветоваться нужно с Патоном. Так что ж вы его сюда-то на бюро не пригласили? Не пустили. Кто? Сидит в приемной. Гражданин Патон беспартийный, а у нас бумаги с грифом секретно. Значит, мост мы доверяем, а бумаги мы не можем доверить. Вот что, сейчас вы пойдете немедленно. Извинитесь перед профессором и пригласите его сюда. Ох, оградоборец. Вы что думаете, он действительно мог уйти? Конечно, может. Характер у него колючий. Профессор, можно за один сезон построить мост? Можно. Все можно. Только работать придется. Что ты делаешь?
На Днепре уцелели только опоры цепного. Сегодня начало строительства. Вот я и разбираю макет до нулевого цикла, чтобы потом в ходе реального монтажа добавлять по элементам. Там строим, здесь добавляем. Там строим, здесь добавляем. Ты как ребенок играешь. Почему бы и нет? Осторожнее. Ты меня удивляешь. Работа прибавляется, а ты все молодеешь и молодеешь. Стареет, Наташенька, от безделья. А у меня будто новая жизнь начинается. Экономическая и техническая победа рабочей крестьянской власти! И сколько б не пугали они нас, мол, не построить вам, нищенской стране, грандиозного моста без помощи иностранных специалистов, а он вот он стоит! Четвертью миллионов пудов железа сковал берега, соединил трудовое крестьянство с пролетариатом, усилил смычку города и деревни. Ура, товарищи! Снова автору проекта моста, профессору Патону. Пять лет назад здесь, на этом месте, произошло убийство. Нечестивцы и преступники уничтожили цепной мост. Они рвали его. Они разорвали его. В тот день я был один со своим горем. Я дал себе клятву восстановить его.
И вот теперь новый мост не боится взрывов. Его нельзя уничтожить одним махом, как старый. Все, кто восстанавливал этот мост, и здесь, и на заводах, мы все были единодушны. Мы все мечтали возродить этот мост. И вот он воскрес, и вот он перед нами. Я счастлив, что в эти трудные годы мне довелось жить и работать с такими людьми. Я счастлив!